Я пока отсутствовала, успела смотреть, немножко посмотреть, что нам делать. Вот, поэтому я точно знаю, куда идти теперь. Сори. Я так поняла, что надо шарик, который мы нашли, отдать попугаю. Это первое. А второе, то, что я посмотрела, это то, что у ребят, которые сидели в очереди в мэрию, у них разные шапки. И получается, план взрыва должен быть похож на... Как сказать, точки должны располагаться на тех зданиях, которые похожи на их шапки. То есть вот это вот, вот это вот здание и нижнее. Это единственное, что я посмотрела, но мне этого достаточно. Потому что я совсем не понимала, что делать с этим взрывом несчастным. Надеюсь, это сейчас как-то мне поможет в прохождении. Потому что, блин, просто блин. Ну-ка, ну-ка, попугай. Так, шарик даем попугаю. Смотрим. Your parrot doesn't seem to be feeling so well. Holy cow! He's completely knocked out. How are we supposed to detect dangerous fumes now? It's always the same. The warning light is the first thing to break. You can take the bird if you want to. He's useless to me like that. Отлично, в карман. Бессознательный попугай. Окей, теперь к плану. Посмотрим, правильно ли мне подсказали. Ну, план. Эй, Руфус. Да, похоже на правду. Эй. Сюда, сюда и... Чекаю на этот дом. И они тогда, получается, уйдут с очереди просто. О, the blast signal. Ну, взрывайте. Take cover! Imminent blast! Так, а мы пойдем, значит, сразу туда, в мэрию. Посмотрим, сработает ли наш план. Ну, по крайней мере, я теперь знаю, что делать. Уже хорошо. Есть. Никого нет. О, 63. Отлично. Мы 63. А я могу пройти, нет? Stop right there! Where do you think you're going? To the mayor. In that case, you should draw a number! У меня есть номер. Лоти. Hello, Lottie. You are... Is it my turn? No. Wenzel. What? I'll skip... А если показать? 63. I think it's my turn now. Wrong! You'll be... You'll be after the next. Mm. It's Wenzel's turn before that. But Wenzel isn't even here. That's why it isn't your turn yet? Oh, yeah. That's so typical. I mean, even when he's not around, Wenzel's always holding me back. Ладно, тогда придется к Венделю идти, походу. А что там на почте? Может, она уже открыла? I said... Get away from there. The post office will be closed. Until the clock on the sign is back! Ладно, на какой табличке, на этой? Блин. Даже не знаю, что тут можно положить. Ладушки. Пойдем туда к Вензелю попробуем. Или кто не с попугаем? Нет, чувак к Вензелю. Вензель, привет. Привет тебе. Дай мне номер. By the way, you're holding up the line. So what? As long as I haven't found a water vein, I don't even have to show up. Источник воды. Эй-яй. Что ты от меня хочешь? Источник воды. Источник воды, источник воды. Так, я начинаю выражать. Значит, к нему должна попасть вода домой. Для этого мне надо было открутить трубу. Я не помню, я пытался сделать или нет. Вот оно. Да, хе-хе, ты молодец. Отлично.
открутили трубу, и что-то там надо было с печкой сделать или с чем-то наверху. А, с топкой. Я даже не знаю. А что можно туда положить? Попугая. Воздушные шарики. Что? It tasted, if only the balloon, like when... И поджечь, да? Я не могу никак. Oh, it's attached. Крепко прикручено. Мне нужно скальпель. What if I have to... Нет, мне нужна бармашина. I'd rather... I could hit alive. It's happened. Так, сейчас опять буду топить. Ладно. Ну, уже что-то примерно я делаю. Это уже хорошо. А если прямо сейчас залить ему воду? Она у него просочится? В эту трубу. Это же его, правильно? Ладно. Нет, сначала в магазин Тони. С попугаем. Look what I brought you. Another dead bird? It's not dead. It's just resting. That's what you said about the pigeon. They call it cryogenic sleep. It was a time travel experiment. In my refrigerator? Well, where else would it be cold enough? There's not much room in your heart, after all. No more dead animals. All right. I'll go and wake him up. You do that somewhere else. И как мне его разбудить? Окей, все еще есть кофемолка. Перемолоть я, наверное, ничего не могу. Правильно, правильно. Сейчас, сейчас соображу. Поговорим с этим некрасивым человеком. Эй, куда ты рух? На сцену. И... А, Гизмо. Я его гонзо назвала. Так. Я хочу сообщить о происшествии. Ограбление. Я поняла, значит, нам надо как-то его отвлечь. Вернее, сделать что-то так, чтобы у него датчики загорелись. Но тогда он уйдет от этой девушки, Уолл, и я смогу ей дать кофе, чтобы она проснулась. Наверное, так, но это будет потом, правильно? Ставишь меня наедине с ней ненадолго? No. Хорошо. Чего ты ждешь? Помоги. I would love to, but self-professed acquaintances of the patient are constantly interrupting me in my efforts. Self-professed acquaintances. That sounds funny. Self-professed acquaintances. Think you can say that 1,000 times in a row? Why should I? I could even say get lost 1,000 times in a row and you wouldn't get it. Окей. Я спасу ее. Good luck. Did you bring some kind of miracle stimulant by any chance? Something that might wake her up? A kind of cup of coffee to the nth order? I'm working on it. Good. But do it someplace else. Да, но... Will she fully recover? She'd need to wake up first. Well, why don't you... Well, it's not... I've already tried every stimulant I could find in my medicine cabinet. None of those were... She needs something... Something much, much... I am... Что мне сделать, чтобы она проснулась? Nothing. Ничего, ну логично. Well, thanks for your... You're welcome. Ладно. Попробуем тогда... Hey, go, wakey. Very good, Diane. Oh. Попробуем вернуться в его офис. Глянуть, может, я там что-то пропустила. Это Марокко еще там. Так, а офис у него где? Наверное, в переулке, да, если я помню. Правильно. Блин, этот хамелеон меня начинает напрягать. Хорошо. Станцию спасения. Что здесь есть? Дверца. Эй, что-то делал в той дверце вообще? There's a hole in the plan. Дыра в полу. Если дыра, то я могу вставить туда воронку, нет? Put the funnel. I wonder if it... Нет, могу вставить туда... Даже ничего нет. Может, детушитель перенести? It's too heavy to lug. Doesn't matter, though, because... А если ручную гаялку туда поставить?
уже нет. Boy, it's attached. Крепко прикручено. Значит, бормашины, что ли? I'd rather... I could hit a live wire. It's happened. Хорошо. Скальпель тоже, да, не поможет? What if I have to... Хорошо. Дерево и дверца. Наручники. Отлично. Это я что сделала? Это мне надо сейчас переключить, да, рычаги. И я возьму что-то там за решеткой. А, отмычку. Ага. Мозг пытается работать. Значит, мне надо залезть с быка и достать отмычку. Окей. Давай попробуем. Отлично, я тут. Отмычка. Ещ. Получилось. No great in the world. There. While you... Хорошо, и вниз. Больше тут нечего делать. Ух, и отмычкой можно, да, открыть дверь машины. Наверняка. Пожалуйста. Luckily, I'm a gifted lockpicker. Ну-ка. What? Not even with this? What kind of a lockpick is this? Хорошо, если отмычка нельзя, значит... Ладно, а если кто не попробует перемолоть ракету? Что очень странно звучит, но тем не менее. But how can I, without blowing myself... А, там есть порох. Может, воздушный шарик? Nope, the day of my... Just a sec. А если туда кинуть перец? One whole... А, это те ингредиенты, которые я найду, да? Дротик нет. I don't need any more. I'm ready. Хорошо. Купоны. Жерть. Как мне разбудить попугая? Hey, I'm an exchange. Я не знаю, поджечь его. Что мне с ним делать? Отмычка. I could... Хлам, крюк. Somebody see, but it's not me. Я не могу ни с чем это связать. Somebody, but it's not. Так. Что мне подскажите, что делать? Так. Центр города. Наверное, я надо еще раз поговорить со всеми здесь. А если на станцию опять? Тут какая-то ерунда была сверху. Нет, не она. Еще раз вниз. Вот это вот. Мне она вообще нужна? Не надо вообще решетку открывать? Нет? Надо. Но зачем? Никто не скажет. It's too heavy to lug around. Doesn't matter though, because I'm always cautious. Хорошо, отмычка все еще у меня. Дверь я открыла. А зачем? Зачем мне вообще ее открывать, да? Медицинский шкафчик. Crap. Заперто? А отмычкой? Luckily, I've developed. Хорошо. I wonder what that stuff tastes like. I've only ever been injected right in. И что я взяла? Психостимулятор. Ладно. Он, наверное, в рецепте, да? Да. Фух, отлично. Стимулятор я забрала. Его бы у меня есть. Ну, не так уже плохо, на самом деле. Наверное, можно попробовать шприцом. Взять кровь быка и, наверное, не уверена. Draw blood for... Yes. Bull's blood. Check. Отлично.
Значит, могу уже что-то делать, да? Кровь быка у меня есть. У меня нет богатой энергии вода. Это из аккумулятора машины чистая вода, которую я не знаю, где найти. Кофейный порошок. Кофейный порошок. Может, попугаем протереть, а? Не хочешь руку попробовать? Ладно, это не самое лучшее. Так. А я могу уже чили перемолоть? Наверное, не знаю. Психостимулятор, например, нет? Стимулант. И остался еще черный порошок, чтобы перемолоть. A bottle of stimulant. Да-да-да, знаю. Так. Думай еще. Ходи еще. Все еще напрягает аптечка в доме Тони. Ладно, дом Тони. Еще раз что-то надо подумать со звонком и с аптечкой. Звонок, дверной звонок. Дверной звонок. Шарик. Ага. Не уверена. Нет. Скальпель. А что мы можем взять? Тоже непонятно. Очень-очень долго зря мучиться, чувствую. Должно быть что-то очевидное, 100%. И раковина должна включаться, по идее. С водой. Ладно, посовмещаем предметы, попробуем. This doesn't better be. Это может быть плохая идея, но единственная, которая есть. Зачем я только что сломала шарик? Ну ладно. Well, they're black. Серьезно? Ха. Это все, что для пороха надо было? Блин. Я мучилась. Окей, быстрее, Тони, быстрее. Сломя голову, давай, Руфус, быстрей. Сделай же это, порох. Хоп. Все, перемалывай. Все у нас будет с тобой хорошо. Ил. Вышла гадость. I'll call this blend Rufus. The Maiden Slayer. Or Savior. No. Slayer sounds much better. Отлично, кофейный порошок у нас есть. Уже что-то. Все три. Успех. Пойду, наверное, к кофемашине. Вообще все выложу, что у меня есть. Я так понимаю, что это сюда, да? Into the powder. I have the powder. Да, это уже хорошо, это правда. The clock is still. Хорошо, отлично. Часть мы сделали. Бак, а мы можем уже шприц влить? I once heard the but before it can go into the tank. А, ну да, ты смешаешь шприц, согласна. Это я спорить не буду даже с тобой. Ай, было бы в этой игре больше подсказок. Ты ходишь, мучаешься. Хамелеон, ты какой-то очень подозрительный. У Тони кое-что пропустили, то есть я почитала все, в принципе, я все, что написано было, я сделала, кроме вот этой банки с крючками. Надо было туда, видимо, залезть. Короче, как-то так мне надо с ней поговорить, что она закроет глаза, и я залезу в банку с крючками. И пораньше. В этом идее. Okay. You don't have... You are a sub... Beside, what makes you think you could... Couldn't I just pay you... Pay me later? How the heck are you... Or did you... Well, not again. Isn't it enough that I still... And I guess you think you're так. Thanking me by like... Why am I... I mean, really? What? Oh, this sucks! I have to meditate... Breathe in. Breathe out. Значит, сейчас иду к крючкам. Ауч! Эй! Ам...
Ouch! Look at that! Aw, such a tiny wound, and what a great pleasure! That is to say... Wait a minute. You dirty rat! Did you try and steal Hooks from me again? Tony, please! I'm bleeding to death here! If there was even the slightest bit of hope that you'll ever learn from your mistakes, I'd say, suit yourself! But unfortunately, you've proven once too often that you'll never learn. So here you go. Just take the key for the first aid kit and get out of my store! Спасибо. Наконец-то if you didn't nag all the time, maybe I'd be able to listen to what you're saying for a change. Отлично. Теперь аптечка. Ну, хоть что-то. Хоть какая-то подсказка. Я в жизни не додумаю, что у меня с ней трындеть очень-очень долго. Так. Аптечка. Аптечка. А, наконец-то. Успокоительная. И все? Ладно. Мы еще об этом поговорим. Дальше там было что-то типа применить успокоительное. Чего? И воронку. К окну. Нет. The hunter sees he sneaks close slowly and fires. I like the direction of the plan, but. Хорошо, там было что-то реально про воронку на окно. I can't just start throwing without some way of aiming. That would make her even. Или что? Или, а, дротик. Дротик, да. I can't just start without some way. That would make her even. Тогда дротик успокоительный. Да. I'm as deadly as a poison dart frog, but much cooler. A poison dart. Руфус, прекращай. Все, мне надо дать, да? That's a great idea. All that's missing is a blowpipe. Чего, духовой трубки? Это что ли? The funnel would make an excellent blowpipe. Я думал, мне надо воду наливать. Мне все так очевидно. Еще бы. Ну все, теперь можно. What the? A dart? A little longer. And... what am I getting mad at anyway? Теперь можно купон забрать? Strike. И попугая дать тебе. Можно, ну пожалуйста. Ну. No more. All right. I'll go and wait. You do that. Какая ты добрая. А купоны? Hey, Tony, I'll just grab... And while we're at it, can you do the dishes this week? I like Tony. I was beginning to... Oh, by the way, I used your family pictures to insulate... Just a moment. What? Did you mention... No. I said vouchers. Will you look at those nifty vouchers? Keep your hands off. I've counted them. Я уже их взяла. Ладно. Так, а купоны я могу только на почте отправить, а почта не работает. Все равно голос. Все равно что-то не так. Купоны сюда. Лоти. What have we here? Does this happen to be a little present that could improve my position in... It's your... No. What have we here? Does this... Так, я поняла. А на почту нет? I said... The pup... Купоны. Well, I'm not even paying... Я могу с ними что-то отправить на почте. Почта откроется, когда там будет какое-то время. Где мне взять время? Любую маломальскую циферку. Вообще ничего не вижу.